мы переложили следующую нашу новость в такой мультсериал. Мультсериал с нашим дубляжом. Сегодня Егор Погорелов весь день тренировался. Не только тренировался, писал, кстати, текст. Я надеюсь, вы поймете из его выступления, из его бенефиса, в чем заключается эта новость. Егор, готовы? Егор. Да-да, я готов. Готов, да? 8. Ну что, запускаем видео и ваш текст. У этого парня важные новости. Понятно. Все рыжие мальчики и девочки города пришли сюда, чтобы узнать, что же такое происходит. Ну, как всем известно, наш Мишлёв так популярен, его смотрят буквально все. Да, и даже консервативно настроенные люди, которые по воскресеньям ходят в церковь. Да знаем мы, что Саус Парк — это круто. Стойте, стойте, да тихо вам, у этого парня что-то супер важное. Давай, не придуривайся, скотина, говори. Черт возьми, это же сам Санта-Клаус. Да, ну и что, какой подарок-то? Чуваки, Саус Парк номинирован на Эмми. Оу. Егор, это было блестяще вообще. Егор Погорелов.